Когда ты первый раз попробовал мак? Мак я попробовал, ну, мне, наверное, сколько было? Да, лет 20 не было, наверное, мне еще. Лет 19 мне было первый раз попробовал. Вот. Но мы его не употребляли так внутривенно. Раньше тоже с этим тоже проблем не было. Придешь на дачный массив, там этот через одну дачу, там по полдачи было насеяно с этого мака. Вот. И мы сначала, то есть, не употребляли так. Нарежешь этих головок, поставишь, они молочко выступит. Вот. Потом, ну, головок 30, наверное, где-то вот так. Слишь этого молочка. Прет вообще сутки, наверное. Вот. Потом, ну, догоняешься, водички попил, и опять в осадок выпадает. Вот так сутки. Вот. Ну, было, да. А потом, когда уже, ну, то есть, лето прошло, мы этот дачный массив мы вырезали полностью практически. Тогда уже, да, перешли на внутривенное использование этого препаратов, так сказать, самодельных. Вот. У нас там, короче, там была стройка рядом с этим массивом дачным. Вот у нас там было, как бы сказать, место, где мы там постоянно тусовались. Там костерочек, там, кружечка, там, ну, фигня вся. Вот. Спрятано там все постоянно было. Ну, вот такие вот. А потом уже так же вот, как сказать, тоже проблем с покупкой наркотиков. В середине 90-х, вот это было, да, где-то середина 90-х, не середина, 93-й так год, вот, тоже не было никаких, вообще не было никаких. На рынке можно было все, что угодно купить, свободно. А почему вас никогда не ловила милиция? Милиция нас не ловила, потому что... А ее там и не было, вот реально не было, там, чтобы на рынке увидеть какого-нибудь милиционера, редко. Там был, конечно, там, то есть не было, он до сих пор этот пункт существует. Ну как-то, да не было, все свободно было, правда, свободная продажа, можно так даже сказать. Там придешь, а за тобой, если у тебя есть деньги, за тобой будут бегать несколько барыг и предлагать, возьми у меня. Было дело такое вот, это, ну это уже, так, это где-то приблизительно 97-й, наверное, год, вот. Тогда, ну, началось уже это героиновое движение. Он везде появился, объявился. Вот. И там в одной деревне. Ну, она как бы Орел, но как бы она как деревня она называется. Вот. И там такой домик был, построенный из старной дощечки, обитой рубероидом. Вот, там окошко такое, вот, раз подходишь, постучал в окошко. Раз рука высовывается такая вот, раз деньги сунул туда, а раз 5 секунд, раз обратно, котыху, раз пошел. Вот. Было такое, да. Ну тогда тоже, знаешь, как-то вот не тоже особо никакого контроля не было такого. Потом вот после 98-го года, вот так 99-й, вот это вот уже жестче началось все это дело. Ну, так же все это продолжалось, там, я не знаю, почему там этих на рынке этих барых не хлопали, не знаю. Позвонили Виталию Николаевичу, вот, ну, пришли, он такой, мамы не было его дома, вот, пришли к нему, вот, он бухал сидел, короче, у него там четверка самогонки, там, ну, он зямши уже, еще у него четверка самогонки. Вот, мы сделали там, все так приделались, нормально. И он тоже приделался. Что, так прямо попросил? Ну-ка, боцман, ебани ко мне, блядь, пару точек. Ну как сказать? Да ты говори, как есть. Не, ну говорю, как есть. Ну, нет, как, приходишь. Ты что, силком, что ли, блядь, наширял? Нет. Приходишь на квартиру, вот, кому есть делать, вот, ему дозняка. Равноценный. Ну. Хозяина квартиры. А, хозяина квартиры, дозняк равноценный. Да. Хуе. Ну и че? Но так как он был пьяный,
равноценного не дали. Рэмбо забоженный там был, да? Ну да, я же тебе говорю, пьяный, он еще, у него четверка самогонки, мы пока делали, он там ее выпивал, сидел. Бодрился, короче. Да, и потом, короче, приделали его, а он взял и уехал, я отъехал вообще. Вообще просто осел такой, раз вот, просто тело такое, знаешь, как вот. Как гондон, набитый манной кашей. Ну, типа, да. Ну, вот, блин. И что вы делали с ним? Мы на измену как сели, давай его сначала водой поливать. С алкоголем мешать эти внутривенные наркотики, это же вообще просто финиш полный. Нихуя вы злодеи, блядь. Хотели ну, Виталия Николаевича на тот свет спровадить? Или он сам попросил? Ну как, сам. Мы говорим, будешь? Буду. Он же не знал, что какие там эти все... Что его так накроет. Да, что его так накроет. И, короче, он осел, просто вот сделал его, он брык, и все. И в осадок выпал. Кайфанул, да? Да. Ага. Мы его с этим с корешем, а он здоровый кореш, блин. Вот мы вдвоем его тащили, блин, в ванну моего. Какой же он же, ну как, длинный, блин. Хоть худой, но он длинный. Неудобный, он еще как висит, как этот, блин. Мы его еле до ванны дотащили туда, бросили его в одежде прям туда, в ванну. Давай ледяной водой его поливать. По методу Роганова. Ну да, проруби не было тогда. Да и далеко тащить было до проруби. И чё? Ну, блин, там по щекам, там холодной водой, там обливали его, короче. Ну, где-то минут через... Это побежало, блин, скорую вызывать. Кто? Ну, знакомая, которая с нами. Скорую вызывает? Да. Нихуя вы. Она, блин, на измену села вообще, блин. Она одноклассница его была? Да, одноклассница его. На измену села вообще, думаю, ну все, Виталий Николаевич загнулся, блин. Ну, реально вот мы его. Ну, мы его по щекам там водой поливали, он мокрый там лежит, блин, а в одежде весь такой. Ванна на воды набрана, блин, и он в холодной воде лежит. Ну, где-то минут через 30, наверное, он так. Очухался такой. Не помнит ни хрена вообще. А чё я мокрый такой, блин? А чё я мокрый? Того и мокрый, говорю, тебе, блин, еле откачали, дурака, блин. Матушка его у вас там не зарубила. Матушка, потом. Мы уходите, она в подъезде, она поняла все, короче. На нас как понесла, блин. Мы давай дёр оттуда вообще, из подъезда из этого. Ну нихуя себе, блядь. А шо ж Рэмби-то было? Ну, что с ним было, что ему было от мамы, я не знаю. Ну, нихуя вы, блядь, пиздец, кенты вы. А Агыгу как вы там приделали? А, ну это у ключа. У ключа? У ключа было дело, да. Ну это давно, ну как давно, сейчас я скажу, какой год. Так, это был 2006, наверное, год. Да. Что, родненький тоже пришел там, блядь? Ну мы как, тоже негде было. Ну, ключу за это, зарулили. Он там долго сопротивлялся, там, не, ну мы говорим, да ладно, хорош тебе, ну что там, быстро сейчас сделаем, свалим. Ну вот, и, короче, сделали, блин, и тут пришел Виталий Николаевич, опять, и еще какой-то товарищ. А Николаевичу понравилось, походу, да? Ну, наверное. Ага. Вот, и они пришли туда, ну и, короче, выпросили там, мы им не выпросили, а мы выделили там вот с общего там. Полтора куба. Полтора куба, да. Чего? Там, ну, ацетилированный опий. А, ну и что там? Вот. И они на троих этот полтора куба по пять точек сделали с такой, стоишь на этот подъезд, так. А, заебись. Мы ржали вообще просто. Мы по пятерке засадили уже по этот. И то это уже не первый раз, а то есть за утро уже это, наверное, раз третий, наверное, был по пятерке, мы уже придвинулись. А их типа вставили. А их от пяти то. А, заебись, такой еще помню. Я ржал вообще просто. Прикольно. Бо дают, блядь. Банда у вас серьезная, блядь. Да, банда была, да.